Ассаламу алейкум, хурматы Аллах Мазаби, жака он кабели октябрь, идти ход нижер программал, да, хейрил слова кинал. Алкоезда, Тагестан слу бетересу Ишалт Уралев, Сергей Меликовас, хурматы Бкайдал, да, Польтик Храйон слу бетер Руслан Хамзатовси, Ракбат Садаб, Вахараката Бхалтух, Саятамун Гежел Дабалиб Саат. Ица Руслан Супянович, Паркулеб Шапакат, Вахарова Халтух, Перельсаби, Вахарайон Себетизабишус Ихбал. Жакайнабуни районашул администрации Судан Шабдузал да тобита на этникошул совещание. Совещание бачена районашул бетерасул Ишалт Уралев Ахмад Лабазанос. Совещание шул Ахалхана районал другой федералил, республика шул ва муниципалил Идара Бузул Нухмашлил, районашул администрации шул Джавабил Халтухаби, районашул администрации шул бетерасул заместитель Ахмад Мухаммадов ва Абдулдибир Абдулдибиров. Совещание шул Авалда ла Ахмад Лабазанос, хурмат Айдалда, Тагестан шул хукумат шул. Хурмат шул грамота тлуна, районна шул администрация шул аппарата шул Нухмашлев, Манапов, Дибири. Шапакат шли Дибир Мустайхлана, Эмерсона зло ва Ракбат Садаб Абура Халтух. Хаду районна шул Эмру шул Бицуногу, районна шул Бетерасул Ишал Туразарлев Ахмад Лабазанос, Бицена районна шул Балансалды Цоцо Ратлалтле шул Со хак шут хасабун, районна шул Годобри Рослав Уртлаков школы шли базе, Ратла шул Кайкай Абу Мугиленге. Районашлу школа зда хималзе хинеб кен букине бишлу суалшу халабизе районашлу бетерасул ишалту разарлист аткана районашлу тайтлешлу управленшлу нухматлу хаджи иса измайлоста. Идинго хасали заманашлу школа лацуги да битарбил тайтлешлу система шлу учреждение зда хинли букине бишлу суалшу да хаду караулшу кезигит аткана тайтлешлу управленшлу нухматлу хаджи иса измайлоста. Райцентрал датличник улбарчи шу ваябак ари шу суала шу хақыл бицена данчалда акал тарав района шу жилищни коммунали маэш шу нух машулев Абдулмаджид Мутаевас. Ничего не поменялось, потому что там с водителем проблемы. Он иногда ездит, иногда не ездит, он зарплату не получает, поэтому... Это не с ним проблемы. Почему считается с водителем проблемы? Это с организацией, которая осуществляет этот вывоз проблемы. Ну, с организацией тоже и с водителем тоже. Водитель отказывается. Вы выйдете на связь с ответственными лицами? Региональному мы письмами обратились два раза. Ответа нет еще. Ну, проконтролируйте. Вот. Вроде мне, вот ко мне один из заявителей приходил на той неделе, сказал, что вроде ездит машина. Проблем нет. Есть проблема именно с оплатой и прочими такими вещами. Вместе вот проконтролируйте этот вопрос. На днях будет представитель Минэкологии. Равналда бугеб эпидемиологическим ахвалхалда вайдингу цугидалге рахунель унтабазул бугеб ахвалхалда хурхун битсана. Равналда бугеб Роспотребнадзора шул территориалев управления шул начальник пачалиха шул бетеров санитариев тохтур Мухаммад Таймасханас. В общей ситуации, в принципе, у нас по ковиду, если начинать, как всегда, ковид у нас идет счет снижение и такая небольшая стабилизация. Хотя по Дагестану, поэтому идет небольшой рост. Но будем надеяться, что это на это повлияло то, что те люди, которые делали, не соблюдают правила, и вакцинация. Это посмотрим. Дальше по ОРВИ или гриппу. Ассимилисин у нас, как всегда бывает, подъем. Сейчас идет подъем. Подъем начался у нас плохо. В принципе, там всего за неделю 140 человек по всему району, из них 69 детей по ОРВИ. То есть имеется в виду, мы это контролируем вместе с ЦРБ, всем больным с ОРВИ забирают маски, смотрим, ОРВИ ли это или это ковид, там такой легкой формы. В принципе, все анализы там взяты. А отдельно по ТОХу там мы разобрались, и там болеют где-то 13 учителей с симптомами ОРВИ, но взяли у них мазки у всех, и сегодня после обеда, к примеру, к обеду мы должны получить ответ. Там минимум 2 дня, но с выходными мы будем считать, что сегодня после обеда получим. Там будет тогда ясная картина, там это ковид будет или это вы будете в такой форме. Для целях профилактики, в принципе, в пятницу, субботу там мы договорились, что они просто оставят детей и это, учителя останутся дома, а сегодня с утра там уже опустилось и должен нам.
И в целом я хотел бы сказать, что уровень действительно идет, независимо от ковида. И как всегда, нам нужно от этого, как обычно мы говорим, тепле держать, не охлаждать организм и так далее. И в связи с этим я хотел бы, слишком тепло тоже, если будет, там бывает, начали и включили, тем более сейчас газ, там бывает жарко, дети выскакивают. И, естественно, простудные такие заболевания прихватывают. Поэтому вот, температура жизни не значит, что он должен быть высоко, он должен быть нормальным. Не более 19-20 градусов. На этом надо следить, один момент тоже дайте такую команду, чтобы не только температура холодом и теплом тоже и следили. И чтобы когда дети будут выходить, чтобы следили каждый руководитель, чтобы вы одеты или там чем-то накинуть и выходили. Это нам повлияет на ОРВИ. Почему это, в этом сезоне это важно? Потому что нам каждый случай нужно будет уже дифференцировать с ковид. И если у нас, и каждому нужно будет потом обследовать или не так далее. Поэтому такая ситуация уже подплохла, конкретно когда анализы придут, я вам отдельно говорю. Иринго районалда Рогель Унтаразу Хакатут Бицана, районалда Централя Пеленициалтал Бетеров, доктор Мухаммад Запирвас. У нас до этого две недели было нарастание, дошли до 21 человека, сейчас на последней неделе 18-19 человек есть. Особо очаговую спичку недели, вот это с прошлой недели тоже анализы ждем. Анализы тоже хотелось сказать здесь, чтобы до всех дошло это. Там мы обычно сдавали ЕКДЛ, у нас более-менее как-то получалось в течение 3 дней вложиться. Но сейчас у них закончился лимит по ОМС, и анализ дает, приходится в Махачкалу. Там немножко задержка получается. Ну, какое-то понимание у народа было. Равнялся на спортсмена с Россией, в Админалсу, в спортсмену, кейцазу, сабуле пахалсу, хакасу, бицана, районасу, администрацию, физкультуру, спортсмену, улезу, политикасу, ва туризмасу, отделасу, начальник Руслан Муртазалиевас. Районасу, Ростал Майшталда, Аутабазда, Унибугу, Авсаталда, Хаслихе, Аруль Халтаби, Аслив Кайдалда, Инир Унилугуан, Рат Бегесу, ва Хонал Кайсу, Халтаби. Равнашлу, Ростал Майшталда, Управление Слу, Жаоби, Халтуханас, Нижергумбук, Арабгарич Арелда, Жахабисан, Рехсарал Халтаби, Унилугилен, Адран, Ильдаго Цадак, Хавсаталда, Маарухан, Гутабазде, Гочунибугу, Иги. Ругель Байназда, Арихон, Равнашлу, Майшада, Агашагарго, Азаралда, Инюску, Сгицику, Гектаралда, Ретлизи, Хизабалде, Росунугу, Хаслихе, Культураби. Жибго, Гутабазда, Бухалхалш, Равнашлу, Ростал Майшталда, Управление Слу, Специалист, Разе Аруль Лечван, Аслевихи, Иляшу Гикола, Авсаталда, Джугидалги, Дагестан, Слу, Равнашлу, Адин, Равнашлу, Утабазда, Сасале, Сатал, Захмасли, Бугилин, Аунез. Жака райцентрлда тубитана Санаэльго районалда тубитулеб, меседилеб хаслихли аброб районалшла фестиваль. Фестиваль Ульцарашлум кола районал Централия библиотека шлу халтухави, вайзу Росабатлругил библиотека базу халтухави. Фестиваль Берцингу Ульцакутарб кайдалда Анна Жака райцентрлда, инир ахалтана эмирал райцентра шлу хлухчаи халтухави, нухмашлил цалдухави. Жибгу фестиваль исана цаагу Берцингу Ульцамбугуан хасабун райцентра шлу библиотекалда цебебуге площадкалда, Утсун Арукана Шибаб Ростал Годекабин, Ини Бейсараб Хабахалсан Байбихун Баарол Дешизиан, Батибат Эл Хаслихе Ракарулел Харул Хурул Вахил Нематал Руган, Эбгури Бирих Сараб Тадбирисут, Куде Баколебугуан Канил Нематал Варул Батибат Эл Хуиншабас Пикаш Ва Оушас, Бекарих Сараб Тадбирисут Акасана, Равнашлу Бетерасу Ишал Туразарулев Ахмад Лабазан. Сегодня такое прекрасное мероприятие проходит вот у нас в райцентре. Спасибо организаторам, прежде всего, нашему Магомеду Чубангаджиевичу, его лице, коллективу библиотеки, сельские поселения и мероприятие само называется у нас вот «Золотая осень». То разнообразие и продуктов, и блюд, и сама атмосфера, оформление, это все, конечно, очень радует, глаза радует. И самое важное, что здесь очень много ребятишек, которые могут свободно угощаться всем этим благом, всей этой едой. Очень приятно, что у нас в районе проходят такие мероприятия. Подобные мероприятия сближают. Даже здесь вот мы видим, что каждая площадка, каждый майдан, он представлен объединением сел. И колорит, который здесь вот наблюдается, это села, которые расположены в нижней части, скажем так, вдоль устья реки. Они представляют больше фрукты, овощи, другую продукцию. А наши горцы, которые производят высокогорье и традиционно занимаются животноводством, они представляют вот
продукты животного происхождения. Поэтому очень приятно. И еще раз хочу поблагодарить от лица администрации района, от всех жителей за такой прекрасный праздник. И даже погода, которая сегодня здесь стояла, говорит о том, что уже осень, уже вот люди готовятся к зимовке. И в пределе всего этого вот такое напоминание и праздник лишним не будет, чтобы вот людей радовать, что и чтобы по-горски мы, горцы, всегда славились гостеприимством, и мы друг друга возвращаем. Пока нам чего не надеюсь, да, такие организации мероприятия. Фестивал Дахалтана Эдингу района шул администрации шул бетера шул заместитель Ахмад Мухаматов, центр шул учреждения шул организации шул нухма шул специалистов, калдокхаби химал шул ясли ахал шул хит и челги. Эдингу ухалмазы би аслелк арбугель арал шула бахшинал паркалан. Вечеринь.